Еще один момент, друзья мои, он такой немножко соленый, но надо мне его озвучить. Да, перченый, соленый. Прежде чем мы двинемся дальше, мне сейчас пишут со всех сторон, присылают разные ролики, где полоумные служители, такие некоторые известные, ну вообще чокнутые на всю голову, они кричат: отрекайся от нетления, отрекайся от божественности. Типа, если тебе говорят, что ты божественный, это типа адское сатана. Учение, это все сатана там. И меня завалили этими роликами и просьбами прокомментировать. Ну и не откладывая в долгий ящик, я сейчас прокомментирую это. Можете это вырезать, повесить отдельно и направить этому служителю, который кричал и поливал там нетление и божественность на своей конференции, с моим личным приветом. Вот. Хочу сказать, что это не просто, знаете, взгляды, потому что, заявляя, что учение о нетлении и божественности из ада, тем самым он меня называет, ну, представителем ада, видимо, да, и всех, кто меня слушает, оскорбляет, называя, значит, их, ну, как сказать, публикой ада. То есть вы, все, кто меня слушает, вы, значит, публика ада, вам проповедует сатана, вот он это имеет в виду. Поэтому, ну, конечно, как написано, что нужно будет дать готовым отчет в своем уповании. И я сначала скажу, сейчас я чуть-чуть скажу за нетление и божественность. Вы многие все это знаете, но сегодня я больше хочу сказать, почему звучат такие вопли. Есть еще в Европе несколько там деятелей, которые уже создали какие-то чаты против меня, они там людей накручивают, он еретик. Вырезали где-то видео, где я говорю: я Бог. Mm-hmm. Без всякого контекста просто вырезали и, значит, что типа таковых не слушать там и прочее разное. Ну, я это уже все проходил. Годы, годы, годы. Это, знаете, вот как Павел говорит, они как жало сатаны ходят по пятам и это делают, жалят. Смущают людей. И есть среди вас такие, которые и их слушают, и меня слушают, и не знают, кому лайк поставить. В итоге ставят лайки туда и туда. И ну, честно говоря, вот была вот эта конференция вот этого чокнутого служителя в Германии. Чокнутого я просто как есть говорю. Это человек уже у него все с мозгами не в порядке стало. И он так начал кричать вот эти вещи. И поэтому я называю вещи своими именами всегда. Поэтому, дорогие, хочу сказать сначала не вопреки тому, что это все, вы поверьте, нетление это правда, божественность это правда. Это даже не обсуждается. Но я еще прокомментирую. Сначала я скажу, почему такие люди, они вообще хотят об этом говорить. Вот почему они хотят говорить, что нетление это типа учение ада. Почему божественность это учение ада. Вот скажу вам, и когда вы меня сейчас послушаете, потом, когда вы посмотрите на этого служителя, кто знает, о ком я говорю, знает, если кто-то не знает, то и не надо вам это знать, фамилию я называть не буду, вот, но это касается всех, кто делает точно так же. Поэтому, первое, в основном против нетления и божественности восстают так называемые служители старой школы, old school. То есть они когда-то сами были лидерами пробуждений разных, там, учений диковинных, которые тоже преследовали более старшие. И, то есть, смотрите, как идет преемственность поколений. Вот ты выходишь с чем-то новым, революционным, реформируешься, тебя слушают, уходят со своих церквей, бегут к тебе слушать, и ты такой в тренде. Потом проходит время, ты уже к этому тренду привык, не понимая, что тоже стал уже old school, и приходит еще учение. То есть, ну, Бог же из славы в славу открывает. Познание растет, познание всегда будет расти. Нам просто надо смотреть за собой, чтобы самим такими не стать. И вот представьте, и в один момент он слышит учение, которого он никогда не проповедовал. Он там, может, его рассматривал, но не решился его проповедовать. Слишком диковинно. Ну, грубо говоря, не согласен. И он говорит, это учение, оно в него не вмещается. Да, он не согласен с ним. Знаете почему? Потому что это учение о нетлении и божественности,
чтобы его транслировать, нужно все свое вот это старое назвать смелостью и сказать, что сейчас уже новое. Переходим в новое, творим все новое, это было хорошо, но есть лучшее. Ну кто тебе это скажет? У тебя уже база, у тебя там каналы, ты напичкал их своими видео, своими трансляциями. И вот это все отодвинуть в угоду новому учению? Конечно, нет. Но так было и с фарисеями. У них был Моисей, у них были Талмуды, Библии, там, ну вот все вот эти книги. И это мы сейчас отодвинем из-за того, что какой-то там молодой пацанчик, он вышел и тут за воскресенье проповедует. Не, мы не будем это делать. Мы убьем этого пацанчика. Мы скажем, что он этим силой Вельзевула действует. Понимаете, это все уже было. Поэтому не это меня смущает. Я называю вам причину, почему этот человек или эти люди, они так действуют. Первое. Когда ты не можешь творить новое, ты начинаешь искать врагов, чтобы удержаться в старом. Все, кто делают новое, они становятся для тебя врагами. Это причина, потому что они не могут творить. Когда ты не можешь творить, тогда ты что ты делаешь? Ты занимаешься всем, чем угодно, но не движением вперед. И поэтому в этом движении, которое представляет этот служитель, никакого движения вперед нету. Давным-давно уже нету. Они просто постоянно бьются за какие-то апологетические свои богословские вещи, думая, что отбивая их, они на истине стоят. На самом деле, друзья мои, они не на истине стоят, а они просто засохли. Знаете, вот растение, оно развивается и растет. Когда оно не растет, оно деградирует. Кто не собирает, тот расточает. То есть, понимаете? И когда у человека прекращается в служении новизна, вот нету все время как новое, 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 только это привыкли, бам, новая слава. Вот этого нету, он начинает искать врагов. Он больше не знает, чем заняться. Понимаете? Скажу еще жестче. Сейчас несколько раз скажу жестче, жестче и жестче. А потом перейдем к хорошему. Когда ты становишься религиозным пенсионерам, твои чресла, они не производят нового семени. И ты начинаешь, что делают все такие люди? Требовать оставить их в покое. И поэтому все новое, оно мучает их. Они смотрят и говорят, мир изменился, распустилась молодежь. Да посмотрите эти онравы, о времена. Вот как только ты от служителя это услышал, что на земле вообще катастрофа. Ой, посмотрите на этих, посмотрите на этих. Зачем он на них смотрит? Чего он на них смотрит? Потому что своего уже ничего нет. Извините, чресла уже не работают. Потому что когда у меня чресла работают, все, на что я смотрю, это на свою жену. И осваиваю ее день и ночь, понимаете? У меня есть чем заняться. А когда они не работают, то жена, отвали. Там, знаешь, уже не... Ну и оставьте меня в покое, не трогайте меня. Новостей боишься, ты... Ну, все. И поэтому, когда идет, ты видишь, что это все растет, и это уже практически стучится в тебе в дом, эти люди начинают истошно орать, выдавая тем самым все свои страхи, протест против любых перемен. Они кричат, потому что они боятся, что все, ради чего они жили сейчас, поставлено, вот так отодвинется, и будет новое. Но я тебе скажу, ори не ори, новое будет. Нетление скоро начнут проповедовать в воскресных школах. И сначала его будут проповедовать, а потом все больше и больше вы будете видеть явление. Уже мы видим, а увидим еще больше. Вот в чем дело. И в таком случае вот этот служитель, он бубнит как старик. Новые веяния, служение из ада, там, знаете, выдавая свою заскорузлость за какую-то верность истине. То есть, знаете, иудеям реально, они заскорузли. Им надо было сказать, все, пришел Сын Божий, эпоха сменилась. Ребята, вам надо... А они бубнили, они ходили, трясли этими талмудами. И они убили его. Вот что они сделали. И остались в своем. 2000 лет они все еще ждут Мессию. И точно так с этими будет. Они еще 2000 лет будут ждать Вознесения. В то время, как Вознесение происходит прямо сейчас. Мы его делаем. Ребята, мы с вами его делаем, это вознесение. Они не понимают этого. И поэтому. И еще скажу один жесткий пример. Ну, Павел, помните, когда он про обрезание говорил, он там жестко говорил. Говорит, кто хочет делать обрезание, говорит, уже режь там все. Вообще, отчекрышь себе все чресла и сиди молчи. Он назвал это увечье.
Говорит, вот это обрезание, это увечье. Говорит, что вы делаете вообще? Ну, ритуальное обрезание, это увечье, не более того. И я хочу вам рассказать вот такой, вот по поводу таких служителей, вот такой старый-старый анекдот. Он немножко жесткий, ну вот похоже, как Павел говорит про обрезание. Вы поймете состояние этих людей. А я сейчас говорю, транслирую, что они просто чувствуют себя старыми. Их пугает. Помните, как в одной советской песне поется? «Как боится седина моя твоего локона». Они видят, что поднимается молодое, мощное, славное. И оно им кажется, что это ад на них наступает. А на самом деле этот истошный вопль, он значит вот что. «Пришел ты раньше времени мучить нас». И поэтому все религиозники, которые не признают учения божественности, то, ради чего вообще вся история человечества была, все религиозники, которые не признают нетления, не хотят слышать никаких моих аргументов и доводов и реальной трансляции, они просто орут, как эти бесы. «Пришел ты мучить нас, ты посмотри, наши люди, они там заражены, из них бес Яковишина выходит». И так далее. Они забыли, что 20-15 лет назад там бес с твоим именем из людей выходил. Пугали, и пугали всех твоей фамилией. Ты забыл, но мы тебе напомним, не переживай. И вот, вот этот анекдот. Послушайте, он полностью отражает все их состояние. Он очень жесткий, не обижайтесь на меня. Жена, я надеюсь, простит. Вот встречаются два деревенских старых мужика. Два деревенских старых мужика. И один говорит: «Ой, земля уже усыхает, брат мой. Усыхает земля, становится маленькой». А сосед ему говорит: «Почему усыхает? Как ты понял?» Ну, говорит, понимаешь, когда я раньше по-большому на природу ходил, вот садился на природе, чресла мои до земли доставали, а сейчас не достают. Так вот я тебе и говорю, земля усыхает, понимаешь? И вот эти служители, смешно? Вот эти служители находятся полностью в состоянии вот этого деда. Им кажется, что с землей что-то не в порядке. Но я хочу тебе сказать, у тебя чреслами не в порядке. Ты высох. Стал легким, там никакого нового семени нету, ты не можешь зачинать, ты не можешь рождать ни новых реальностей, ни небес, ни земли. И я тебе говорю сегодня Духом Божьим, оставь землю в покое, на ней все нормально, идет, развивается, и как написано, ведение славы умножается. А иди-ка и займись своими чреслами, либо уже ложись помирай, если время пришло, либо приди в себя и воскресни, спящий. Вот это то, что я хочу сказать о состоянии таких людей. Они там, знаете, мне прислали ролик. Он стоит там, ползает на коленях и кричит: «Отрекись от нетления! Отрекись, если тебе сказали, что ты божественный! Отрекись, это все ад!» Я смотрю, думаю, ты вообще, ну, чокнутый, реально. Это то же самое, что призывать людей отрекаться от воскресшего Господа. Потому что воскрес он не просто так, не для того, чтобы создать еще одного Моисея. Вы Иисуса не сделаете Моисеем. Черти, я вам не дам этого сделать. Вы хотите, чтобы, как и Моисей, который сидел на горе, а народ здесь тусовался и ждал там разрешения зайти или благословений. Вы из-за Иисуса хотите это сделать, выставив его таким, который единолично где-то сидит, а мы тут все под горой его ждем пришествия, когда он сойдет и нам какие-то скрижали принесет. Ничего не получится. Мы с ним на горе. И то, что вы говорите сейчас, отрекись от нетления, это тоже самое сказать, так я не на горе. Я вам могу тысячу раз доказать. Библия говорит, подобное соединяется с подобным. Как можно соединиться с Господом, не будучи его подобием? Не вы пытаетесь золото с деревом смешать, типа мы рабы, а он Всевышний. А Бог так не считает. Он говорит, люди будут дороже золота, золота афирского. Я собираюсь вселиться в них. Вы хотите сказать, что подобное соединяется с подобным везде, кроме этого момента? Нет. Соединяющийся с Господом есть один дух с ним. Вы называетесь его телом. Каким телом? С гниющим. То, что это не было открыто, или мы для этого времени, вся шла история, чтобы сейчас последний враг истребился смерть. Вы, служители, противитесь этому. Вы просто служители загробной жизни, как и фарисеи. Они тоже верили в загробную жизнь, но они не верили в нетление, они не верили в это. И они не верили, что один человек может нетлеть. А вы сейчас делаете то же самое на уровне всей планеты. Вы внушаете людям, что они не такие, как Иисус. Немножко, ну, хоть чуть-чуть, но не такие.
Но написано, каков небесный, таковы и небесные. Называясь телом Божьим, называясь телом Христа, вы говорите о его смерти, о его гниении. Находите места в Писании, которые что-то говорят об этом. Но эти места Писания, они всего лишь транслируют одну из позиций. Есть и другая. И вы этого не хотите понять. Поэтому я еще раз вам говорю, это не земля усохла. Это с вами не в порядке. Поэтому ползайте на коленях, можете кричать истошно, отрекайся, кайся, смиряйся. Ничего не поможет. Ничего не поможет. Мы все равно сделаем так, что даже люди из ваших церквей, из ваших там заветов и прочее разное, они все будут верить в нетление. А если кто-то останется с усохшими чреслами, ну вот и будет у вас секта усохших чресел. Боже мой. Вот это мой ответ вам. Прямо от Яковишина. Если вы думаете, что можно вот так вот сидеть и на весь белый свет позорить Божью трансляцию небесную, то мы вам не дадим. Ваши времена закончились, ваша эпоха ушла в прошлое. Эпоха вы, церкви пришла. Вы пенсионеры, мы просто, передайте этим всем людям, мы отправляем вас на пенсию. Понятно? И вы ничего с этим не сможете сделать. Вот так.